Вот на сегодняшний день ученые выделяют по меньшей мере 5 самых распространенных сейчас страхов в мире. Это страх эпидемии, страх социальной изоляции, страх полной виртуализации социальной жизни, страх заводить детей и страх вмешательства в геном человека. Все они сегодня имеют место, и все они именно благодаря этой пандемии всплыли, раскрылись еще больше. Так что я считаю, что это нас движет вперед. А можно дать какой-то совет, как человеку побороть страх или облегчить вот этот переход? Только тем, что мы будем связаны над всеми нашими проблемами вместе. Не физически, конечно, как мы понимаем, это невозможно. А взаимной помощи, благожелательности, понимании друг друга. Тогда мы сможем создать между нами такие каналы, сообщения, равновесия, связи, коммуникации, которые сделают нашу жизнь хорошей. А то, что мы должны отдалиться друг от друга, наоборот, это будет тоже для нашей пользы. Потому что, в принципе, мы этим можем только вредить друг другу.